Оценка должна быть всесторонней и тщательной. Ясно. Идем, Лолиточка, поговорим в другом месте. Пока, дядюшка Тянь, береги себя. Вы выходите из чайного дома вслед за Елань. Это будет Жень И, да? У него план хорошо написан, говорит он красиво. Не торопись, экзамен не ограничен по времени. Что? Так у тебя еще и испытания припасены? Вовсе нет, экзамен завершен, но дам-ка я вам совет. Не всегда стоит верить своим глазам. Самая большая ошибка в подобной работе – это получить информацию только от одного человека. Ведь истина может быть окутана многими слоями тумана. Поэтому всегда нужно пользоваться разными источниками. Вань Юнь, Шань Хуа. Здесь.